Украинские флаги, яркие вышиванки и облачение священников тонули даже не под серым стамбульским дождем, а в серой массе деловых костюмов чиновников и депутатов, которые приехали за Томасом для украинских раскольников. Церемония, конечно, церковная, но первыми в храм Святого Георгия заходит весь политический бомонд Украины во главе, конечно, с президентом Порошенко. Нарочито крестясь перед теле и фотокамерами, вслед за Порошенко в собор зашли министры иностранных дел, обороны, культуры Украины. Почетное место рядом с президентом занял спонсор раскольников Александр Петровский Наликришвили из Днепра, более известный в определенных кругах под кличкой Нарик. Камера трансляции выхватывает кадр. Вот Порошенко, проходя мимо, кивает Петровскому. А вот уже сам авторитет, неоднократно фигурировавший в криминальной хронике, подходит для совместной фотографии председателю Верховной Рады Андрею Порубину. Андрей Владимирович, вот вам сегодняшнее событие, лично вам. У спикера украинского парламента мы хотели узнать, какое ему, греко-католику, дело до раскольников, идущих в Стамбульскую православную церковь. Но кроме Порубия в Турцию приехала целая делегация его единоверцев. Я греко-католик. Я хожу в греко-католическую церковь, но я за единую поместную православную церковь на Украине. Украинские раскольники от автокефалии получают лишь название. Это указано и в уставе, и в Томасе. Стамбульский патриарх, видимо, не без участия Порошенко, ограничил их юрисдикцию только Украиной, забрав американские и канадские приходы в свое прямое подчинение. Подчиняться Стамбулу будут и новые ставропигиальные храмы и монастыри. Важные догматические вопросы и даже внутренние споры подлежат рассмотрению также в Турции. Даже мира для богослужений раскольники не смогут творить сами, только получать из Стамбула. Пока один из дьяков по-гречески зачитывал все эти обязанности, Порошенко, разместившись на высокой трибуне, листал заготовленную речь. Это историческое событие. Это большой день. И я уверен, он навсегда войдет в историю. Все происходящее в храме больше напоминало партсобрание. Порошенко, светский руководитель столь стремящегося в Европу государства, прописан в Томасе как принимающая автокефалию сторона, наравне с новым главным раскольником Украины. И если Порошенко в своей речи едва упомянул самозваного председателя, Думенко президента разве что святым не назвал. Имя ваше, пан президент, навеки войдет в историю украинского народа, наравне с именами наших князей Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Константина Острожского и гетьмана Ивана Мазепы. Во время собственной службы Думенко не проронил ни фразы. Служба представителя так называемой православной церкви Украины идет в соборе Святого Георгия на греческом языке. Это язык Стамбульской православной церкви. Украинские телеканалы в прямом эфире показывали все, что молчал Сергей Думенко, и все, что говорили чиновники. Так министр иностранных дел Климкин, не стесняясь, перешел к предстоящим выборам президента Украины. Кто хочет действительно проголосовать? Все, кто находится в России, но хотят проголосовать на выборах президента, могут это сделать или в Украине, или в Астане, Грузии, Финляндии. О международной поддержке раскольников Климкину сказать нечего. Сербская, польская, Александрийская, Антиохийская церкви однозначно дали понять, украинские раскольники и в составе Стамбульской церкви раскольники. Все шаги, которые предпринимал Стамбульский патриарх при поддержке политической власти Украины в последнее время, они канонически ничтожны, поскольку являются прямым нарушением древних апостольских правил, которые являются основанием нормальной, естественной церковной жизни. Для Порошенко и его команды Томас как спасительная соломинка накануне выборов. К вере это имеет очень отдаленное отношение.